Ходимо до емот, чемоджи канмапул. А мучачай лалек. Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня в нашей передаче «Кто вы, юкагиры?» принимает участие наш молодой художник, юкагирка Екатерина Суржанинова. Первый вопрос, конечно, который всех интересует, когда вот они с вами встречаются и так далее. Откуда вы? Расскажите немного о своей семье. Я родилась в поселке Черский Нижнекамского района. Жила с матерью и с дедушкой, с бабушкой. Но они в 96-м или 97-м переехали в Якутск. И мы остались с мамой там вдвоем в Черском. И как бы самые такие счастливые моменты жизни связаны именно с тем периодом, когда мы жили все втроем. У нас была небольшая дача на притоке Колымы Пантелейха. Ну, тогда выезжали, там было. Ну, рыбачили считай, там, да? Да, домик такой небольшой в лесу был. Рыбачили, охотились. Ну, самое такое, как сказать, счастливое время детства. Как вы решили, что вы будете художником? И когда это произошло? Это было в детстве или это уже когда вы стали вот более взрослым человеком? Ну, в детстве, не знаю, можно ли это всерьез воспринимать. Лет в 5 я уже говорила, что я стану художником. В 5 лет уже? Да. То есть, а как, почему вы решили, что будете художник? Вот, вот детское впечатление, почему? Потому что обычно в детстве там хотят там, быть там, звездой, учителем, может быть, врачом, кто-то полицейским, космонавтом. А вот вы вдруг художник. Это вы что-то картины где-то увидели или еще что-то? Я просто любила рисовать. Ну, какие все дети любят рисовать. И очень много сделала рисунков в ту пору. Да. Нет, просто я понимаю, мы, в принципе, все дети что-то рисуют дали, но чтобы уже ребенок говорил, я буду художником еще в 5 лет, это очень редкое событие. Значит, это уже у вас прямо с детства такое целенаправленное. И как вы эту идею свою воплощали? Идею в детстве именно? Ну вот как, вот чтобы стать художником, что вот вы делали? Как вот ваш жизненный путь вот этом проходил? Ну, изначально я фактически ничего не делала для этого, просто рисовала, ну, для души, потому что нравилось. И в средних классах, когда нужно было задумываться о профориентации, уже думала о каких-то других профессиях, может быть, там, инженером, археологом или еще кем-то стать. Археологом даже? И после 9 класса, когда уже нужно было решаться куда-то поступать, ну, долго не думая, подумала то, что нет, все-таки стоит заниматься тем, что у тебя лучше получается, к чему душа тянется, так сказать. И ты пошла в художественное училище? Ну да, после 9 я попыталась туда поступить, но не поступила, так как там были предметы такие, как натюрморты, рисунок, живопись, то, с чем я раньше не сталкивалась. А, то есть, а вы в художественную школу не ходили? В художественную школу я ходила в 1-м, 2-м классе в Черском. И после этого в Якутск, когда приехала, уже... Ну, не ходила здесь. То есть, можно сказать, полностью самоучка была? Ну, на тот момент, да. Поэтому, так как я не поступила, пошла на занятия, которые в училище проводились, и там уже узнала, так сказать, на практике, как, что и... Ну, грубо говоря, получили уже основы уже такого, как сказать, академического, вот, художественного, да, вот, получается? Да, потому что когда... Рисование, скажем так. Экзамены сдавала все так впервые... Для меня было, считай, впервые попробовала нарисовать натюрморт и что-то не то, что из головы идет, а то, что видишь. И потом удалось поступить в училище? Ну, уже после 11-го, да. А, то есть вы потом в обычной средней школе учились и потом уже после 11 класса поступили? Уже да. Вы его закончили, все? К сожалению, я еще не закончила его, но хотелось бы восстановиться, чтобы получить диплом. Ну, вообще, обучение, живописи, и тот человек, который занимается творчеством, ну или вообще в любом деле, нужно же развиваться, и поэтому постоянно учишься. Я вот просто первое свое впечатление скажу, да, когда я впервые с вами встретился, я вообще даже встретился не с вами, а с вашими открытками. Откуда эта идея возникла вдруг? Вот здесь, кстати, у нас есть вот одна картина, вот та самая, да, вот, которая вот одна из этих открыток. Вот как вы пришли вдруг к этому? Вообще интересовалась своими корнями, предками, кто они были, так как во мне много национальностей намешано, и я вот
стала читать, изучать, как они выглядели, что делали, где обитали, и выкладывать это в своем творчестве. Начала как бы с акварели, делала иллюстрации. Есть несколько иллюстраций на якогирскую тему. И потом уже задумалась то, что почему бы на открытках не распечатать. И связалась с Николаем Куриловым, так как якогирского языка я не знаю, чтобы он перевел текста для открыток. Пожелания какие-то, благопожелания. Да. Там, то есть, был текст определенный, пожелания, поздравления. Три открытки было. И там что было? Вот я помню, вот такая эта картина, вот девочка такая вот на льду, да? И как этот проект, он можно назвать его успешным или как? К сожалению, нет, так как знаний на тот момент у меня были, так сказать, скудны. Я распечатала их в Якутске, но якутские цены на печать очень высокие. Люди говорят, печатают в других городах, поэтому даже по себестоимости они выходили дороговато для людей. Ну, открытки это само собой разумеется, да, вот уже готовые на родном языке, подписанные. А может быть, попробовать их сделать как принты, потому что сами рисунки мне очень понравились тогда. Это именно такие очень... И попробовать их сделать как принты, может быть, на футболках и так далее. Попытаться, может быть. Как вот такая идея? Ну, мне кажется, то, что принты это уже, как сказать, в другом стиле должно быть сделано. Не как напечатал картинку или фотографию, которая тебе нравится. Не всегда же это на одежде будет смотреться хорошо. Это нужно что-то, определенную композицию соблюсти. Вот я смотрю, у вас вот сегодня у нас в студии три картины, да, и все в разной технике написаны. Да. Вот что вы предпочитаете, какая ваша стилистика? Ну, я принесла три картины, чтобы показать, с чего все началось, как продолжалось и к чему на данный момент пришло. То есть начиналось с акварели, и тогда я задумалась о том, что масло, масляные краски, именно картины, они могли бы увековечить мои работы, и нужно вот в этом направлении идти. Ну, так как масляная живопись у меня в училище, на мой взгляд, получалась не очень, я очень долго подбирала цвета и всегда была недовольна своими работами. Поэтому захотелось как-то развиться. Пейзажи у меня, как сказать, получались хуже, чем люди. Получались лучше портреты. Поэтому стала уходить на пленэр. Ну, то есть писать этюды природы, с натуры. И уже поднабравшись опыта, овладев кистью получше, я пошла такие фигуративные работы делать уже с идеей какой-то, задумкой. Сейчас какая ваша техника? Что вы предпочитаете? И о чем рисовать? Сейчас я поняла все плюсы масляной живописи, поэтому, в общем, полюбила ее. Ну а тема скорее касается коренных малочисленных народов и вообще народов, проживавших в Якутии. На данный момент у меня две такие идейные фигуративные работы. И та картина, которая называется «Мечты видения», на котором изображена чукотская девушка с татуировками на руке, на лице. Вот она стала первой, и я ее начала, чтобы познать себя, познать возможности, что я могу на данный момент сделать и чему стоит учиться. Захотелось как бы уйти из рамок академизма, которое дало мне образование, и сделать что-то свое. То есть такой нестандартный подход пыталась найти. Ты с этой картиной уже где-то экспонировалась? Да, один раз я участвовала, получается, в 2018 году в конкурсе «Солнце моего детства», которое проходило в арт-галерею «Юргел». И там заняла гран-при. Катя, всех зрителей, наверное, интересует сейчас вопрос и привлекает внимание вот центральная картина. И я бы хотел узнать, что это за картина, как родилась, вот какова идея этой картины. Картина называется «ТОС». Я хотела бы приказать своему сердцу не думать о тебе. На ней изображена пара, и в центре находится пиктографическое письмо якогиров. И почему ты вдруг взялась за эту тему? Ну, вообще, о пиктографическом письме как о явлении я узнала не так давно. И была очень удивлена о том, что у коренных народов, у якогиров была своя письменность о том, что... Были какие-то символы, не просто рисунки, они что-то означали.
Вот я как раз для своих зрителей сообщу. Вот вы видите, наверное, фон, который в нашей студии находится, и на них как раз изображены элементы пиктографического письма юкагиров. Оно делилось на два вида. Вот в данном случае вот здесь изображены эти элементы промыслового письма, которые в основном писали мужчины, охотники, и рассказывали о своей жизни, о своей добыче, что они и как добывали. А у девушек было тоже, так скажем, женское письмо, пиктографическое письмо, это мы еще и называем их любовные тосы. И именно любовные тосы, вот именно образец. Расскажите вот зрителям вообще, что это означает? Они-то видят только две фигуры и видят, что что-то нарисовано. Вот давайте вот с этого содержания начнем, этого письма. И надеюсь, видят то, что обе фигуры находятся в печали оба человека. Да. И вся история, она написана на этом тосе, все объясняется. То есть девушка написала парню о том, что они когда-то были дружны, любили друг друга, общались хорошо. И он ушел далеко, а там встретил другую девушку, которая стала преградой. Для их чувств, для их отношений. Да, и она постоянно думает о нем. И также в названии описано о том, что она хотела бы не думать о нем, но в силу обстоятельств... Что она может сделать? Вы смотрите на эту картину, вы видите, что люди вообще здесь представлены вот в виде... Ну, кто-то увидит здесь зонтики, кто-то еще что-то видит, а я вот сразу скажу, у вас восприятие именно юкагиров. Они очень тесно всегда, людей, тесное общение людей, ну, вот взаимодействие людей и деревьев. Обычно людей изображали в виде деревьев, а чаще всего это лиственницы, конечно, у нас на севере распространена. И вот здесь вот опять-таки видно, где у нас мужчина и где женщина. Женщина обычно с косичкой, вот пунктир, который исходит с верхней части, да, с верхней части дерева, как бы, скажем. И, во-вторых, чисто физиологически, в нижней части более женщины такие, так сказать, широкие здесь изображены. Но это и физиологическая особенность, то есть вот в бедрах они были шире. И они как бы длиннее нарисованы, да, потому что женская одежда и со своим фартуком, передником, они, естественно, длиннее, чем мужская одежда была. Поэтому это вот все как бы имеет свой смысл. А другое, вот как бы, вот есть вот какие-то линии, которые связывают, вот крестообразные и так далее, связывают эти фигуры. Это говорит о том, что люди когда-то были связаны друг с другом. И потом, видите, прерывается. Потом вот мужчина, который является центральной, в принципе, да, вот в этой, он, получается, связан крепкими узами с другой уже женщиной. А девушка осталась одна, она вот нарисовала вот это вот символическое это изображение ее дома, что она одна в своем доме. Перекрестие говорит о том, что она одинока, нет у нее никого. И вот от ее головы вот идет такое вот, как бы, завитками идут. Это изображается так мысли, юкагиры так изображали мысли. И эти мысли, они идут в его сторону, то есть она помнит о нем, она его вспоминает, грустит о нем. Но так как он уже связан с другой, мысли той же девушки, и вот как бы такая линия от той второй женщины идет, которая как преграда уже, которые прервали их отношения, и она говорит о том, что она в печали, что на этом все завершилось, и мысли от него опять возвращаются к ней обратно, то есть она одинока. И название картины еще раз как звучит? «Тос, я хотела бы приказать сердцу не думать о тебе». Как очень так лирично звучит. «Я хотела бы приказать сердцу не думать о тебе». Действительно, вот она такая печальная. А вот техника, вот здесь же смешаны разные стили. Не то, что стили, да, вот техника разная используется. Да, разные материалы использованы. Хотелось попробовать вообще совместить масло с чем-то еще. И как раз тос они писали на бересте. И вот как раз вот для зрителей, они, может быть, не четко это видят, а вот я, находясь рядом с этой картиной, как раз сразу вижу, что вот в центре это вот юкагирское письмо, оно нарисовано действительно на тосе, на бересте.
И это действительно, вот, то есть вы попытались воспроизвести именно так, как это действительно писалось. Да, чтобы было представление более такое полное, чтобы человек уже видел и понимал, а кто тот, кто знает, он сразу вспоминал, что были ассоциации именно с тем, что тосы писались на бересте. Их потом клали в дупло, да? Да, ну, как бы, или передавалось каким-то образом и так далее, но это действительно так было. А почему фигуры половинками? То есть как бы обрублены, как будто бы получается, то есть не полностью эти фигуры. Половинками они, потому что, ну, сейчас вот вся эта история их общая, она их связывает. И вся эта их грусть, печаль именно сконцентрированы в этих половинках, которые изображены. А остальная часть, ну, остальная половина, у них есть своя жизнь, у него своя, у нее своя, которая уже по отдельности. То есть они связаны с ней, с друг с другом? Да, они связаны с друг с другом. Именно это их печаль общая. То, что их соединяло. Вот эти вот одежды, каким образом вот к этому пришли? Вот видите, там передник традиционный и так далее нарисован. Ну да, мне хотелось именно традиционные нарисовать, не современные, чтобы было чувство старины, что... Это вы где-то по книгам прошлого. Каким-то, да? Да, это по фотографиям старым верхнеколымских юкагиров. Вот там собрано по кусочкам, что-то изменено, что-то, допустим, кафтан отсюда, передник из другой фотографии. То есть вы провели кропотливую работу такую, можно сказать, погрузились, вот работая над этой картиной, погрузились в юкагирскую культуру, открывая для себя новые какие-то страницы. Да, всегда это сбор информации какой-то, сбор фотографий, читать, узнавать, почему так было. Также и сами типажи, сама внешность людей, она тоже сборная. То есть прототипы существуют, ну, существовали когда-то люди. Уже, к сожалению, их нет живых. Ну и что-то изменено. Собрано из нескольких человек взято. Эти письмена, они реальные, это действительные истории, которые есть. Они были описаны в книге Владимира Ильича Ехельсона. Владимир Ильич Ехельсон в 1902-1903 году участвовал в Джезупской экспедиции. Именно тогда вот он, есть даже фотографии этих людей. Это все действительно была такая реальность, и вот целый такой мостик получился перекинут век назад, да, и вдруг в сегодняшний такой мир и так далее. Очень интересная картина, которая действительно привлекает внимание. Люди, которые написали это письмо, они жили в прошлые века. То, что Ехельсон их фотографировал, документировал все это дело. И я также сказала о том, что это все сборные. То есть на самом деле здесь люди из разных поколений. Женщина, которая изображена здесь, девушка, это моя родственница. Послужила прототипом человека, которого я знала. Бабушкина, получается, родственница. Ну и мужчина тоже, как сказать, известен мне. Был такой человек. И собственные переживания тоже как-то вложены в эту картину. Это очень такой пласт культуры, который вот в том числе мы сегодня открываем и для наших зрителей. А вот планы ваши каковы? Планов вообще много. Очень много идей, написания разных картин. И все ждет исполнения хороших времен, такого, так сказать, почвы для творчества. Вот, ну, понятно, вот одни планы, например, связаны с образованием. Понятно, что завершить свое образование, может быть, продолжить дальше и более там, в академию какую-то или еще что-то, да, пойти. А вот творческие планы, это другая особенная, наверное, раздел. Вы будете дальше работать, вот скажем, вот на нашу тему, вот продолжать, которая базируется на нашей культуре юкагиров? Да, конечно. Есть одна задумка. Я, правда, не знаю, были ли они предками юкагиров, а может быть, чукчи, потому что доподлинно неизвестно. Родинское захоронение, которое находилось возле нашей дачи. Погребение. Ну, эта женщина
Там была там шаманка, вроде бы, да? Да, говорят, что она была шаманка, такая воинственная. У нее были и лук, и наконечники стрел на шее. Да, кстати, это очень интересное такое захоронение. Очень редкое захоронение тем, что в погребении женщины, но инвентарь практически мужской оказался, да? И я сразу в этом связи вспоминаю, наверное, такую тоже часть этой культуры юкагиров, о том, что ведь до начала 20 века фактически, да, у юкагиров это один из немногих народов, у которых вообще достаточно ярко были элементы матриархата. И вот это вот родинское захоронение, где женщина-воитель, да, можно так сказать, и вот это очень интересная тема, которая, наверное, действительно стоит открыть, которая тоже откроет какую-то новую грань. Да, очень интересно то, что, видимо, времена были тяжелые, то, что женщинам тоже приходилось уметь за себя постоять. И мне вот эта тема, помимо того, что это находилось возле нашей дачи, заинтересовала тем, что моя бабушка и мать, они такими были очень сильными женщинами. Они и рыбачили, и ходили на охоту. Бабушка даже сама научила дедушку рыбачить и охотиться. Да. Так сказать, по-колымски он приехал из Центральной Якутии. Конечно, ну я даже и в Нелюмном помню, у нас до недавних пор тоже были живы еще бабушки, к сожалению, они сейчас ушли, которые действительно сами охотились, сами ходили. У нас были и бабушки, которые и на медведей охотились, такое тоже было. То есть это, наверное, обычное, ну, как сказать, явление именно для юкагирских женщин. Вот эту вот воительницу в каком вот виде видите? Какую я представляю картину? Да. Вообще, то место, где ее нашли, она находилась на такой возвышенности, которую мы называли Лысая гора. И когда мы туда забирались, оттуда открывался этот красивый вид. Было очень видно. Да, и вообще на окружающее все. Там было видно очень много озер, как зеркала были рассыпаны внизу. И, по всей видимости, люди, которые туда приходили, которые принесли ее туда, они тоже любовались этим местом, так же, как и мы в 20 веке. То есть я сразу себе представил такой образ. Женщина вот с вооружением и так далее стоит на берегу, там на возвышении какой-то, который взгляд устремлен, может быть, как раз вот на заднем фоне будут вот, изображены вот эти вот... Вот это вот как раз этот живописный этот вид, ландшафт, где озера, где-то там вдалеке, возможно, горы. Да, тундра. И солнце заходит за реку, за озера. Как сказать, она уходит в закат. Действительно, задумки есть, они очень интересны. Я очень бы хотел, чтобы ваше творчество продолжалось, и вы для зрителей оставляли эти зацепки, то есть, с одной стороны, открывали нашу культуру, и вот ваши картины в том числе и подвигали ваших зрителей к тому, чтобы поближе узнать историю, культуру юкагирского народа. Я думаю, что ваше творчество поможет нам в этом. Хотел бы еще раз напомнить, у нас сегодня в студии, у нас в гостях, у меня была молодая наша представительница нашего юкагирского народа, начинающий художник, который уже имеет какие-то награды, достижения, Екатерина Суржанинова. Илисимет Малии, до свидания.